Традиционно во время отдыха детей в летних лагерях сотрудники госавтоинспекции проводят познавательно-развлекательные мероприятия. В рамках акции «Безопасное лето» инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева провела такое занятие для ребят из детского оздоровительного лагеря «Смайлики», который находится в Видновской школе номер 1. Так как это проводится в игровой форме, и запоминание информации у детей идет намного крепче и откладывается в долговечной памяти. Изучать правила дорожного движения в игровой форме – это всегда весело и интересно. Кроме того, ребята так лучше усваивают полезную для себя информацию. Сегодня еще раз мы с ребятами проработали технику безопасного поведения на дороге, вспомнили правила безопасного поведения пешеходов. Ну и на транспортной площадке еще раз с ними проработали вопрос, как нужно безопасно ездить на наших велосипедах, самокатах и что для этого нужно использовать. Средства защиты, шлемы, налокотники, наколенники. После такого интерактивного урока дети хорошо усвоили, как нужно вести себя на переходе проезжей части. Я знаю, что не надо переходить на красный свет пешеходам, можно переходить на зеленый, а смотреть надо, что, когда переходишь дорогу, направо и налево. Ну, мы бегали, в автобус играли. Еще играли в светофор. Ну, понравилось очень сильно, хорошо. В конце мероприятия все участники сделали фотографию на память. Наталья Буслаева, Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.